Акжаик провел первый матч в рамках второго круга чемпионата страны по футболу. На выезде наша команда сыграла с соседями из Атырау. Западно-казахстанские дерби всегда отличаются борьбой до последней секунды. Не стало исключением и эта встреча. Чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги перевалил за экватор. Теперь каждая игра влияет на расстановку сил. Аутсайдеры борются за выживание. Лидеры отстаивают приобретенные преимущества. Акжаик в Атырау сразу начал играть первым номером. Возможности отличиться были у Саджо Хамана и Игоря Зиньковича. Уральцы смогли открыть счет в матче только во втором тайме. Отличный навес из глубины поля головой замкнул белорусский легионер Акжаика Игорь Зинькович. 1-0. Этот счет не изменился до конца матча. С первых минут мы имели преимущество по 90 плюс добавленное время. Было несколько голевых моментов, где мы могли даже увеличить счет. Но как сложилось, так сложилось. Единственный гол Игоря Зинковича хватило, чтобы обыграть команду на выезде. Сейчас Акжаик будет готовиться к встрече с футболистами Астаны. Команда хочет взять реванш за проигрыш в гостях. В данный момент Акжаик делит вторые и третьи места. Первое место с 27 очками находится Костанайский Табол. Впереди нас всего лишь Шахтер. То есть у нас одинаковые очки по 25, но по забитым пропущенным мы идем третий. Следующий матч Акжаик проведет на стадионе имени Петра Атаяна. Это будет 1 июля в рамках 15 тура чемпионата Казахстана по футболу. Матч начнется в 19:00. Ждем всех болельщиков. В случае победы Акжаик сможет закрепиться в стане лидеров чемпионата. Роман Копняев, Андрей Симбирев, Александр Грабарев, ТДК-42.